мама. Это много или мало? Ты мама. Это счастье или крест? И невозможно все начать сначала. Ты молишься за то, что есть. За плач ночной, за молоко, пеленку, за первый шаг, за первые слова, за всех детей, за каждого ребенка. Ты мама, и поэтому права. Ты целый мир, ты жизнь возрождения, и весь свет хотела бы обнять. Ты мама, мама, это наслаждение, никто не в силах у тебя отнять. Олексій виконує тритву. Музика Гнєсіної етюд. Другий твір Цігмейстера «Кожен вечір». І третій твір Градеско «Задиристі булки». Thank you.